Так, у нас есть открылась машинка, формула редкая. Забираем формулу. Так, задание, игровой режим какой-то у нас. Ага, награда. Потом у нас мощномобиль будет, глайдер. Охота на босса. А, бот смерти, ух ты, прикольный. А, пилобот. Вот я пилобота хочу открыть. Ёлки-палки, вот это пилобот, слушай. Морозная тачка, она зиму замораживает. Тоже прикольненькая. Танк снегомёт. Снегом стреляет, видимо. Потом будет кран с шаром бабой. Бабой? Шаром бабой? Что за фигня? Что за название? А горный грузовик у нас будет. О-о-о! Ракетница! Прикольно, прикольно. Что там дальше будет? Танк, легендарный танк. Вот, танки открою обязательно с вами, ребятки. А, Зауропод, эпическая. Трицератопс. А потом что-то у нас пошли машинки, связанные с... Космический перехватчик. Связанные с животными. Исследователи планет даже будут. Ну что ж, поехали, играем. Поиск противника. Ух ты, сильный противник будет. О! Я теперь понимаю, да. Сражение у вулкана. Во! Ёлки-палки! Куда я вылетел? На тебе! Ё-моё! Да как так? Что за фигня, я не понял. Батюшки свет. Почему я проваливался, а он нет? Интересно. О! И вот теперь мы побеждаем. Опа-опа-опа-опа! Давай, американская тачка! Американская тачка, давай ему! Есть! О, тут как красиво! Как красиво мы его пощелкали. О! Ё-моё, нет, нет, башка моя! Аккуратно. Так, все, получи. Еще хочешь получить? А-а-а. Два раза себе по башке стукнул. Да ёлки-палки, ты что такой наглый, а? Тип. Ладно, правом сейчас его буду фигачить. Вот, все, вот они там. В лаве. И мы победили. Так, давайте попробуем зомбира этого щелкнуть. Есть! Удар. А то мы все этого зомбира не можем победить уже. Сколько мы его щелкаем. Значит, по идее, должен много дать монеток. Так, пробиваем стену. Так, до следующей идем стены. Так, а где там у нас стена следующая? А, вот она. О, давай. Не успеем, не успели мы. Так, ладно. Розовые, теперь фиолетовые мишки. Ух ты. А тут, слушай, тут очень много полицейских почему-то ходит. Ракетка. Отлично. Гендальф. А, Гендальф улетел. Ну, кто-нибудь, помогите мне. Эти мишки. А, полицейский вонючка взял меня. И еще один. Ну, как назло, специально встоял полицейский, что ли, получается. И меня щелкнул. Ой. О, зато много монет мы заработали. Круто. Так, ну что ж, последний удар ему. Давайте попробуем. Опа, есть зломбирчик. Все, зломбир уничтожен у нас официально. Мы его щелкнули, ребята. Зломбира. Вот так хорошо пробили стену. Прыгаем, давай, еще немножко бомбочка. Хорош, хорош. Летим очень быстро. Летим высоко. По жирным мишкам вот этим мы щелкаем их. О, бомбочка, спасибо. Давай, пробиваем стену. Вот. Круто. Ах, ракетка была. Ну, еще немножко, еще чуть-чуть. Монетка. Ах, полицейский, нет. Ах, полицейский нас отщелкал.
Да, не добежали, ну, новый противник мы открыли. Теперь ты можешь бросить вызов дробильщику. Вот это соперник, что надо. Дробильщик. Интересно. А сколько стоит дробильщик? Сейчас, если он адекватную сумму стоит, то мы купим. 50 миллионов. Ну, ребята, ну это неадекватная цена дробильщика, нет. Дробильщика я покупать не буду. Я бы купил бы, знаешь что? Вот этого. Доктора. Ну, осталось немножко, поэтому будем копить денежки. На доктора черви Гедона. У него там червь в бутылке. И, в принципе, там, ну, интересно будет. Надо будет его обязательно открыть. Ну, это в следующий раз. Так, ребята, давайте поиграем в Майнкрафт. Давайте осмотримся, где я здесь нахожусь. О, деревня. Хорошо. Так, вот у нас первый домик. Посмотрим, что у нас здесь в домике есть. Кроватка. Если что, я здесь буду спать. Так, овечки. Замечательно. Будем разводить овечек. И давайте посмотрим. О, голем, смотри, ходит. Кошка бегает. Нифига себе. Так, а как мне наверх забраться? Давай сейчас посмотрю. Тыкс. Заходим наверх. Так, видимо, здесь надо будет сделать лесенку. Так, первый житель у нас здесь. Так, ты что торгуешь? Так, тебе нужна морковка и свекла. А у меня морковки, свеклы сейчас нету. Давайте зайдем еще в домик. Посмотрим, есть ли у них сундучок где-нибудь. О, вот это дом большой. Здравствуйте, кто вы такой? Библиотекарь? Блин, а вот библиотекарь, слушай, чувак. А что у тебя здесь? Непонятно, такой балкончик. Так, у библиотекаря ничего нету. А мне нужен, короче, сундук какой-нибудь. Может быть, там что-то интересного есть. Мне нужно дерево. Ох, ё-моё, фига. Давай здесь застроим, чтобы никто не упал. Вот таким способом. Ох ты. Так, ладно, дерева нету. Придется мне... давай добудем дерево. Нужны доски. Есть одна досточка у меня. И будем делать какие-нибудь первые орудия труда, потому что они нам пригодятся для выживания в этом мире. Так, пока достаточно. Давайте возьмем, сделаем еловые доски и сделаем первый свой верстачок. Так, отлично. Что мы будем делать? Давай я вот сюда пока поставлю. Палочки мне нужны. Такс. И первое, что я сделаю, это сделаю я деревянную кирку. Чтобы у меня все инструменты были хотя бы железные. А вот и камень. Сейчас мы добудем немножко камня, ребята. И будут у нас потом уже инструменты каменные, да. Так, сколько у меня? 5 камня. 5 булыжников. И мы делаем уже настоящие нормальные инструменты. Эх, сразу делаю себе каменную кирку. Потом делаю я себе обязательно топор. И давай сделаем лопату. Все. Основное у нас есть инструментики. Во. Добудем еще немножко дерева. Дерева мало никогда не бывает. И нужно мне еще камня побольше. Так, это подожди, это что это за... Это у нас не булыжник, это что-то другое. Подожди, дай посмотрю. Андезит. Мне андезит пока не нужен. Ладно. Мне бы еще угля нужно. Да. Сейчас посмотрим, ребята, есть ли тут уголь. Либо это придется в пещеру идти, скорее всего. Но мы сейчас ходим в пещеру, там посмотрим еще что-нибудь. О, так, еловый у нас этот самый саженец. И давайте пойдем сюда. О, так, факелов у меня нету, да? Мне нужно факелов. Там ничего я не вижу, я туда не пойду. Не хочу, ребята, туда идти. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Хотя бы немножечко мне бы угля. Тут вообще тьма кромешная, я тоже туда не хочу бежать. Эх, посмотрим, что здесь есть. Тоже какая-то пещерка. Опа! Тихо! Что это было? Я что-то услышал. Какой-то... Не знаю, что это было. Что-то за звуки. Майнкрафт я обновил, поэтому... все новенькое. Какие-то тут могут мобы быть, неизвестно какие. Непонятно, с которыми я еще не сталкивался. Так, давай немножко угля возьмем. Здесь угля очень много.
Ох ты, огромное количество угля. Так, мне нужно будет немножко земли. Сделаем тропинку отсюда. О, пока... А, это звук был этого пещерного паука. А я думаю, что за звук такой непонятный. А, ну как бы вот так вот, ребята, вот будем здесь выживать. А, вот у нас есть другой биом здесь рядышком. И домики. Вот, наверное, вот где-то вот в этом домике я буду выживать. О, пчела есть, это хорошо. Так что, ребятушки, вот так вот. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Мы будем здесь выживать. Всем пока-пока. Давайте поиграем в какую-нибудь другую игру, может быть, либо остановимся пока на Майнкрафте.